Да, вот у нас сегодня 2 июня 2021 года. Дождь идет. Второй день. С грозой. Все залило. Вообще, трандец полный вообще. То у нас это засушливое лето. Теперь, похоже, вообще дожди пришли. Климат совсем засрали, блин. Вот идет, и идет, и вчера шел, и позавчера шел. А тут где-то 4 дня назад вообще тут ливень такой с небес там шел, блин. Лил просто, как будто реку перевернули с небес, там все затопило. Да и сейчас город весь затопленный, там вообще машины проехать не могут. От бордюра до бордюра просто реки. Ливневки не справляются. Вот дерево вот упало, он лежит там. Корни вывернуты. Деревья так воды насосались там, что их не вес уже корни не держат, вырывает там оба-на. Я помню, там тополя падали как-то в каком-то году, тоже насосались воды из земли там и бабах, бабах. Вот так вот. Ой-ой-ой. Мне даже страшно. Кошмар. И такая фигня у нас так по прогнозам Гисметео будет 10 дней. Вот поэтому смотрите, вот под деревьями никогда машины не ставьте в такую погоду. Особенно под тополями там. Это вяз упал. А то вообще там это раздавит крышу, бля. Ой, ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Небо все в свинце, бля. Ой, жесть. Конечно, хорошо дышать там, легко. Температура 18 градусов за бортом. У нас тут вечно там то плюс 40, то, блин, то плюс 18. Такие переброски в 20 градусов. Вообще тут бьет по здоровью страшно просто. Я вот сегодня сижу, тут умираю, тут вообще давление высокое, 150, ну, таблетки пью, ну, такие перепады вообще, тут парил, хуже задыхайся, тут ветер, дождь какой-то, ну, МЧС вчера предупреждение присылало, ожидается град там даже, вообще порывистый ветер, ну, 22 метра в секунду, ну, льет, жесть, это город Волжский, ну, в Волгограде там, наверное, вообще уже все смыло. Опять пробки, наверное, там на полотене, бля. По полтора часа люди стоят там под водой. Там, наверное, ахта бы у нас из берегов уже вышла. Там и так сброс воды идет, еще и это. И дождь еще тут наяривает. Ну, люди там обойти уже не могут. Это жесть, бля, вообще. Кошмар. Да, по кайфу, лепота, бля. Да, делов никаких. Да, ладно. Пойдем отдыхать. Чайка попьем.